Настоящие американские горки сегодня были на Уфа-арене. Ваш краткий комментарий по матчу против СКА. Очень хороший, серьезный соперник. Воспользовался своими шансами в начале матча, забил 2 гола. И мы уже были в роли, так скажем, догоняющих, поэтому чуть-чуть больше открывались. Но, опять же, хорошо, что показали характер, и чуть-чуть нам не хватило, чтобы сравнять. Что же все-таки изменили именно в третьем периоде, потому что 3 раза забросили, до этого вот им ничего не хватало? Да вот не хватало в большинстве, вот у нас во втором периоде были моменты в большинстве забить, вместо этого мы пропустили, а в третьем периоде вот как раз-таки забили, по-моему, 2 гола в большинстве, что, конечно, очень помогает. Говоря о характере, насколько такие матчи, как бы это ни звучало, имеют некоторую пользу в том плане, что мы можем увидеть, насколько команда может до конца бороться? Да, любой матч, как бы ни складывался, это определенный опыт, который мы получаем, поэтому каждый матч это очень хорошо, и узнаем что-то новое. Впереди у нас домашняя серия продолжается, серьезные соперники, где силы брать, как биться, и как, насколько надо, необходим такой матч забыть или наоборот вдохновиться? Я думаю, у каждого своя подготовка, я предпочитаю быстро забывать о сыгранном матче и готовиться к следующему. Опять же, матч через день, но мы к этому готовы, хорошо устанавливаемся и выходим играть.